морского вокзала выстроилась огромная очередь, ведь здесь бросил якорь фрегат «Адмирал Горшков», один из самых современных кораблей военно-морского флота России. Торжественный подъем флага на нем состоялся в 2018 году, а в 2019 он уже был признан лучшим кораблем Северного флота. Корабль является головным кораблем серии. Таких кораблей пока что построено и введено в строй только два. Планируется еще порядка 4 кораблей данного класса. Корабль оснащен не только новейшими, но и экспериментальными видами вооружения. Например, корабельная артиллерийская установка «Армат» поступила в серийное производство только в этом году. Она способна поражать все виды целей на дистанции более 20 километров с точностью до 1 метра. Вот там, немного в отдалении, вы можете видеть открытый люк. Именно из этих универсальных пусковых установок в октябре 2020 года был совершен запуск уникальной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Корабль сделан по технологии стелс и почти не виден для радаров противника, а вот скрыться от его радиолокационных комплексов задача не из легких. Оборудование корабля способно вести одновременно более 50 воздушных целей на расстоянии свыше 400 километров. Не весь корабль был открыт для посещения, многое здесь совершенно секретно. Я могу сказать, что можно быть спокойным за охрану своих морских рубежей. По-моему, лично мне так кажется. Мы в восторге. Мы очень долго стояли, но тем не менее мы просто в восторге. Очень прекрасное настроение, эмоции того, что вот мы здесь. За два дня фрегат «Адмирал Горшков» посетило около 9 тысяч человек. 10 мая корабль вернулся на базу Северного флота «Североморск». Всеволод Краснов, Павел Третьяков, ТВ-21+.